Все, ребенку только чуть лучше, у него сразу начинается баловство. О, господи. Все, ребяточки, еще раз, в который раз говорю вам пока. Спокойной ночи. Вот. А я пойду дальше. Очень надеюсь, что эта ночь будет. Ну, я не надеюсь, что она будет не бессонной, потому что она все равно будет бессонная. Я все равно, пока ребенок полностью теперь не выздоровеет, я не смогу нормально по-человечески быть спокойно, уснуть и так далее. Сейчас пытаюсь вставить этот. Господи, USB-шку в Powerbank. Все, заряжаемся. Вот. Все, спокойной вам ночи. Я все равно не усну, пока я не буду видеть, что ребенок полностью нормально, вот здоров, все хорошо. Пока мне не скажет педиатр, что он здоров, и не пойдет в школу, и все будет снова нормально. Я не знаю. Это первый раз, он болеет настолько сильно, настолько тяжело, настолько долго держится температура. Он болеет как-то странно. Я никогда не видела, чтобы так болели. Вот. Как бы такие вот симптомы, какие-то признаки болезни, какие-то, ну, я первый раз вижу такое, вот. Совершенно новые лекарства, совершенно какие-то такие методы лечения, которые не были в мое время. Не знаю. В общем, как-то так. И Дамир только ему полегчало, все, его уже не уложить в кровать, он уже не слушается. Вот так. Я очень рада, что ребенку полегчало, но я хочу, чтобы все-таки организм нужно беречь силы на выздоровление, а не только на то, чтобы скакать, как йогоза. А еще мы когда были в магазине, он жаловался, что он себя плохо чувствует. Вот. Что он плохо чувствует, очень хочет домой. Поэтому у него кружилась голова, у него начала болеть голова, как только когда мы об этом разговаривали. А сейчас он уже этого и не помнит. Вот так. Все, спокойной ночи.